Сергей Светлаков этот уикенд провел в Алматы. Дела по бизнесу, творческие переговоры и рабочую рутину он отложил на потом, чтобы дать эксклюзивное интервью Яне Пучковой. Ревю узнала первым, зачем нужны шестые елки и правда ли, что Светлаков снимет хоррор с Ольгой Бузовой. Скажи мне, Палыч, ну вот я... Ты хороший человек? Зачем ты забрал у меня пингвина? Грустный и глупый какой-то фильм. Разочарованно, отвратительно, бездарно, не связано, не смешно. Только пришел из кинотеатра. Жаль денег за билеты. Вот, я не знаю, расстрою, наверное, я людей или все-таки порадую. Но новые елки будут. Светлаков негативу не поддался и пошел ва-банк. Зритель слезно умолял прекратить снимать эту долгоиграющую историю. Мол, зачем выжимать сюжет из пальца? Дяденька, вроде бы уже взрослый, а ведете себя как дурак. Последние елки мне казались немножко какими-то ненастоящими и какими-то пластмассовыми. Но в этом году сменилась полностью команда, которая, кроме, естественно, Тимура, но тут мы же без Божьей помощи не можем. Новые елки уже отсняты и даже прошли закрытый предпоказ. Спойлер, актером-хедлайнером станет популярный физрук. Дима Нагиев никогда не снимался, а теперь, да, тоже является большой частью этой вселенной. К великому счастью могу сказать, что 40% из тех людей, кто посмотрели, поставили по 10-бальной системе 10. Поторопился Сергей развеять и слухи о продолжении комедии «Горько». Горько! Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Нет, речь о третьих Горьках не как-то третьим Горько не идет. То есть сейчас у меня моя личная голова забита второй частью фильма «Жених». Где зритель предполагает участие Ольги Бузовой? Ведь без этой дамы почему-то ни один крупный проект не обходится. Но она, если появится, то ненадолго. Просто смерть в эфире – это всегда здорово, иногда даже смешно. Надеемся, что с юмором действительно все будет в порядке, иначе про кассовые сборы будут говорить, как кот наплакал.